Сегодня на Театральной площади Саратова прошел Парад Победы. Участие в нем приняли несколько тысяч военнослужащих, курсантов военных училищ, сотрудников силовых ведомств, а также учащихся кадетских и казачьих школьных классов со всей области. Всего 28 парадных расчетов, 1800 человек. Также курсанты пронесли по площади все издания книги памяти, а военнослужащие – портреты 64 фронтовиков, ушедших из жизни за последние 5 лет. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны. Они въехали на площадь на ретро-автомобилях под Марш Победы. Предлагаем посмотреть наш сюжет с Парада Победы без комментариев. Возминование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построен! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной войне! Путь, как на вершину, был непрям. Еще мы женам снимся молодыми, и мальчиками снимся матерям. А в день победы сходим с пьедесталов. Это военная машина. Она прошла дороги войны и заслужила это, чтобы проехать на площади. И народ посмотрел, наши внуки, правнуки, что действительно воевала. Торжественное посаждение открывают офицеры и курсанты Саратовского военного института внутренних войск МВД России. Одного из старейших военно-учебных заведений страны. Парадный расчет Главного управления МЧС России по Саратовской области. Профессионалы, обеспечивающие противопожарную безопасность. Саратовцы внесли неоценимый вклад в общее дело. Земляки воевали на всех фронтах Великой Отечественной. Самоотверженно трудились в тылу, спасали раненых. Имена 300 тысяч погибших навечно вписаны в героическую летопись страны и области. Ракетоносец Ту-95МС.